получается и очень хорошо показывает движение до конца первой прямой. Первая прямая высокая очень хорошо. Угол, собака вписывается в угол очень хорошо, без замечаний. Единственное замечание, хотелось бы, чтобы более уверенную пронюхи у них было, но сама чисто по технике собака поняла, что угол сразу вправо, она делает правый поворот, но хотелось бы, чтобы больше, более интенсивно собака поиск показывала. Предмет, так же как и все остальные предметы, тоже более уверенная и быстрая укладка на предмете. Если поведение на предмете хорошее, старт предмета без замечаний. Дальше до конца прямой собака идет без замечаний, тоже высоко, очень хорошо. Третья прямая, угол должен быть. Собака немножко теряет его, немножко ищет, разбирается. Плохо. Дальше